Целый микрорайон боится замерзнуть. Зима еще не наступила, а жители 7 многоэтажных домов Павлодара выживают с обогревателями. Отопление и горячую воду в их квартирах с начала отопительного сезона отключали уже около 10 раз. Что стало причиной такой ситуации и кто в ответе за морозную осаду, в ситуации разбиралась наш корреспондент Евгения Мягченко. Жители 7 многоэтажных домов Павлодара в этом году стали почти семьей. Сплотило их тепло, а точнее его отсутствие. С начала сезона отопление и горячую воду в 7 домах отключали уже порядка 10 раз. Мерзнут дети и пенсионеры. В разы выросли счета за электричество. Объединившись, жильцы кричат о помощи. Сейчас ладно, сейчас минус 5, да? А зимой минус 30, что будет? Мы вообще будем замерзать? Реально, как пишут соседи, как в Экибастузе будет. Жители переживают, что из-за постоянных перебоев в подаче отопления могут попросту разморозиться батареи, и тогда дома точно замерзнут. Председатель КСК Балшакар Муканова, как настоящий патриот своей работы, и днем, и ночью караулит состояние батарей, чтобы успеть вовремя забить тревогу. Жильцы уверены, всему виной повреждение на теплокамере номер 721. Дом у меня готов по жилых домах на 100%, и промытый, и прочистит, и все сделано. Заканчивается начало отопительного осеннего сезона. По 721 камере уже 10 раз было повреждение в тепловых сетях. Мы без конца открываем задвижки, закрываем задвижки. У меня сантехника работает круглосуточно. Сама теплокамера в порядке, однако выявленные повреждения на тепловой сети стали причиной проведения капитального внепланового ремонта уже после начала отопительного сезона, рассказали нам в ООО «Павлодарэнерго». Сейчас будут заменены 200 метров, они изношены больше всего. Это должно сократить количество аварий на данной сети, уверены тепловики. Тепло в домах жителей района отключают кратковременно, только на период переключений. Все основные работы по замене тепловой сети ведутся без отключения потребителей от подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения. В городском акимате нам рассказали, что уже принято решение включить данный участок в план работ по капитальному ремонту на 2025 год. А пока жителям остается надеяться, что ремонт проблемного участка и контроль всех ведомств помогут избежать холодной зимы у себя в квартирах. Причем износ тепловых сетей во всем Павлодаре уже превысил 90%. Евгения Мягченко, Кайрат Лапусбаев, Атамикен Бизнес, Павлодар.